I was born in Moscow. But I remember nothing of that time. I was just an infant when the old world was destroyed in the flames of nuclear fire. I, along with 40,000 others, were saved by retreating to the metro stations deep under the city. Now, 20 years have passed, and going up into the embrace of an endless winter was left to a few brave souls. The metro was our home, and our fortress against the nightmarish mutants who roamed the tunnels. Still, we never gave up hope that we would return to the surface. But one day, a new threat appeared, and we found ourselves in a war to determine the very existence of our species. В тоннеле становилось все холоднее. Мы с Мельником поднимались все ближе и ближе к поверхности. Через минуту мы должны были оказаться наверху, наедине с воющим ветром, наедине с чудовищами, наедине с самой судьбой. Я был почти у цели. Когда ты покидал свою родную станцию, думал ли ты, что мы окажемся в таком положении? Что мы даже не будем знать, спасаем ли мы наш мир или обрекаем его навсегда? Держись! Опа! Фух. Поймал. Чтобы подняться на поверхность, нам придется пробраться через брошенный блокпост, Артём. Ржавая дрянь. Вечно все ломается. Придется открывать вручную. Артём, пошибуши по ящикам, вдруг найдешь что полезное. Готов, Артём? За мной. Давай-ка наляжем. Тянем-потянем. Тянем вместе. Готов? Тянем. Готово. Двинули. Вот она. Наконец. Как добрались, товарищ полковник? Что это за шум?
Слышите? Какого черта? Круг, быстро! Метро – это наш дом. Это все, что у нас осталось. Да, жизнь тут не сахар, но ты всегда знаешь, что на твоей станции каждый человек тебе как родной. Тебе есть ради чего и ради кого жить. Но с тех пор, как появились эти мутанты, все изменилось. Мы стали другими. Нами правил страх. Пока не пришел он, Хантер, друг моего отчима. Он изменил все, и в особенности мою жизнь. Артём, проснулся наконец. К нам скоро придет Хантер. У него-то всегда самые свежие новости с других станций. Вставай, тебе тоже будет интересно послушать. Пойдем, Артём, пойдем. Дерьмо, свиньи, витамины. Я не через такое прошу. Сереженька. Привет, Артём. Сереженьку моего никто не видел. Сережа! Отдохнули. Не знаю, выживет он или нет. Врач ничего не говорит. Нам остается только надеяться. Леша, а надеяться мелко. Что же делать теперь? Послушай, что говорят люди. Многие хотят валить со станции. Что за Алексей, не знаете? Отвали от него. Не видишь, он ранен. Оставь меня в покое. Леха, кто его тебе? Леха, Урышева. Ночь вчера. Дежурил. В самом пекле оказался. Пойдем, Артем, пойдем. Посторонним нельзя! Петр! А, извините, не узнал. Да кто тебе расскажет? Проходите, товарищ Сухой. Нет. Никаких улучшений. Этим утром еще двое скончались. Душу рвут. Люди сходят с ума и умирают рано или поздно. Погоди. Какого черта? Кто это может быть? Это Хантер. Все в порядке. Мутанты не стучатся. Давай, открывай чертовы ворота. Добро пожаловать на ВДНХ, Хантер. Спасибо. А теперь закройте ворота. Давно не виделись, Хантер. Рад видеть тебя, Саш. Здравствуй, Артём. Ну, Хантер, какие вести с полей? Что в мире творится? Ну как, да все как обычно. Все говорят только о вашей станции и этих ваших мутантах.
Артём, я тут прикупил древние открытки с видами Нью-Йорка. Держи. Это не просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое. Что за дьявол? Что-то страшное. Чёрные, да? К чёрту детали. У нас в Ордене заведено так. Врагов надо истреблять. Чёрные убивают. Это проник в главную вентиляционную шахту. Они идут сверху. Чёрт подери, только этого не хватало. Чёрт, уже за стенкой нашей больницы. Кирилл, бери своих, закрывай туннель. Саныч, мы остаемся в этом зале. Согласен. Артём, бери оружие. Здесь. Чёрт, где же они вылезут? Они придут сюда. Больница рядом. Запах крови. Все нормально. Конечно, этот-то не попадет. Какие же это черные? Обычная туннельная нечисть. Даже когда ты не видишь черных вокруг, они все равно рядом. Ты о них думаешь, ты их боишься. Страх их оружие. Прочие туннельные гады бегут от них, как крысы. Черные не просто мутанты. Это Homo novus, следующая ступень эволюции. Выживает сильнейший, знаешь? Так вот это не про нас. Да что с тобой случилось? Ты как скотина, которую ведут на бойню. А я буду цепляться за жизнь до последнего. Понял? А когда отправлюсь в ад, прихвачу с собой этих твоих Homo novus'ов. Пойди, глянь! У меня в госпитале десяток проверенных бойцов пускают слюни и бормочут ерунду. Даже душу... Чёрный напарень! Внешний блокпост уничтожен! Слушай меня внимательно, Артём. Если я до завтра не вернусь, ты должен добраться до полиса и найти человека, которого зовут Мельником. Расскажешь ему, что случилось со мной и что происходит в ваших туннелях. Покажи Мельнику вот это, чтобы он поверил, что ты от меня. Я надеюсь на тебя, Артём. Не подведи. Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой уничтожить. Понял? Хантер не вернулся. Сбежать с ВДНХ мне было непросто, но я ведь дал ему слово. На следующий день к Рижской уходил караван. Караванщик набирал охранников, и я завербовался. Тормоза, я к маменьке родной. Наконец-то!
ты, блин, в своем обычном темпе, да? Ладно, хватай шматье вооружейное и на платформу. Они уже заждались. Я буду там и смотри, ничего не забудь. Вот стоц, перевертаться, бабушка, здорово! Вот стоц, перевертаться, кушает компот! Вот стоц, перевертаться, и мечтает снова! Вот стоц, перевертаться, пережит налет! Прекрасно. Как же меня достало все. Ну ладно. А теперь давай нарисуем что-нибудь другое. Ну посмотри-ка, кто-то такой чистый. В будущем на нашей станции состоится собрание. Ну я же просил тебя не заранее. Вот, смотри. Эй, давай, побежали. Наш класс. Привет, Артем. Эй, Артем, тебе оружие нужно? Давай-ка посмотрим. Автомат калибра 5.45. Сделано на Кузнецком мосту. Стреляет криво, перегревается в 2 секунды. Поэтому называется ублюдком. Стреляй короткими очередями и патронов не забудь набрать. Универсальная зарядка для фонаря. Батареи заряжать. Ну и противогаз. Надевай везде, где высокая радиация. Или на поверхности, если тебя туда, ну, не дай бог, занесет. Армейские аптечки на всякий пожарный. Так, теперь все, окей. Ты думаешь, мы доживем до того дня, когда снова сможем? Я удивлен. Все, готово. Артём! Сюда! Честь имею. Ну что, готов? Готов? Тогда двинули. Счастлив, что границы Родины спокойны благодаря ему. А я бы, если такую штуковину изобрел, точно бы свернулся и повесил. По местам! Ты, Артём, садись сюда. Никто ничего не забыл? Все, затарился. Это пошли. Эй, ребята, вы на Рижскую едете? Типа того. Не подбросите? Не вопрос, но с зайцем не поедешь. Придется поднапрячься чуток. Всегда готов. Тогда двинули. Ну все. Удачи всем, кто остается дома. А нам с вами, парни, удачи вдвойне. Ну, мужики, поехали. Желайте нам удачи. Ну как, готовы немного прошвырнуться? Круто, да, Артем? Наконец-то свобода. Хотя бы на время поездки. Думаю, будет здорово. И опасно. И это еще круче. Так я покинул родную станцию. В первый раз с далекого детства. Мне было неловко, что я не сказал отчиму всей правды. Я не собирался возвращаться домой с Рижской, но я не мог подвести Хантера. Так откуда ты? С Рижской. Я тут челночу помаленьку, туда-сюда. Покупаю товар. Метро, наверное, повидал, а? Давай, давай, двигай. Ну да. Ближайший базар на следующей станции за Рижской. Там уже большое метро начинается. Я раньше частенько в поле съездил, но теперь туда так просто не попадешь. Нужно или везение, или паспорт гражданина Ганзы. А что так? Ну, Ганза ведь все метро соединяет своим кольцом. И станций у нее куча. Но чужаков там не любят. А если через Ганзу ты не можешь пройти, потому что гражданством не вышел, тогда тебе дорога лежит через красных фашистов или через простых бандитов. А эти ребята в последнее время совсем озверели. Если никого рядом нет, друг другу глотки режут. Что случилось, Петь? У Алексеевской застрял военный караван. Какое-то обрушение туннеля или что-то в этом роде. Так что вам придется ехать по служебному туннелю в обход Алексеевской. Вот дерьмо. Ненавижу этот тоннель. Ладно, Петр, открывай ворота. Не торчать же здесь пожизненно. А что у него такого в этом туннеле? Ну, это вроде как обычный тоннель с виду. Темноватый только. Я в прошлом месяце шел им, и не понравилось мне совсем. Поосторожней там.
Ничего, мы на дрезине, вооружены. Все будет хорошо. Проклятие, голова просто раскалывается. Если поможете качать, доберемся быстрее. Женя, помоги ему! Нам этот тоннель поскорее бы проскочить. Артем, прикрывай тыл! Есть. Домчим нас до Рижской в 3 секунды. Нам убираться отсюда надо. Давайте побыстрее, а? Мне тут страшно с ними. Страшно и жалко их очень. С кем это? С ними. Ты что, не слышишь, как они плачут? Ты про кого говоришь? Какие они? Да что тут творится такое, а, Борис? Борис! А, что это со мной? Что? Что со мной? Голова. Артём! Сюда! Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой... Такое произошло. Сейчас мы устроим.
горячая ночка, а? Пропустить по стаканчику не помешает, я думаю. На моем пути Рижская была только первой остановкой. Но дальше я должен был идти один. Перед тем, как расстаться, мы выпили за то, что остались в живых. Говорят, водка делает храбрее, но мне было все так же страшно. Зато я нашел нового попутчика. Поначалу он мне очень не понравился. Ладно, мужики, давайте выпьем за нашего Артема, которому ни чудище, ни аномалии нипочем. За Артема! За кого нам пить-то? За тебя только. Черт, если бы не ты, пацан, от нас бы мокрого пятна не осталось. Тебе впору медаль дать. Медали нет, но есть патроны. Держи. За тебя, Артем. Давай, Темка, за тебя. Блин, ты что, правда непробиваемый для аномалий? Посмотрим, непробиваемый ли он для водяры. О, точно! Надо проверить. За удачу и за Артёма. За тебя! Спиртяжка, что надо. Ух! Так что там с вами произошло-то? Тоннели до проспекта Мира закрыты. Значит, на базар не попасть. Такая скука торчать в этих трущобах на месте. Спасибо, братан! Вы, грубые солдаты, как смеете вы препятствовать мне? Я имею полное право свободно передвигаться в метро. Тебя тут ищет один человек. И пусть я погибну за вот так. Если даже не будет, я тебя приму от виду. Что ты сейчас сказал? Подойди-ка. Ты Артем, да? Садись. Меня тут все Бурбоном зовут, и ты можешь звать. Слушай, пацанчик, у меня дельце есть на Сухаревской, а эта гребаная станция закрыта. Но меня так просто не закрыть, много кто пытался. Короче, тут есть один проход. Местные боятся его использовать, называют проклятым. Но я слышал, что вся эта муть в туннелях на тебя не действует, да? Ну, значит, тебе и проклятый ход нипочем. Короче, помоги мне добраться до Сухаревской, а я тебе калаш за это. Договорились? Ну и ладушки. А это тебе аванс, на дорожку отовариться. Ну чё, готов? Да нечего сидеть в этом навозе. Вшей кормить можно и в более гламурных местах. Владимирский централ, ветер северный, этапом из Твери зла немерено. На-на-на-на-на, сердце мертвый грустно. Искусство живет вечно. Самая лестная характеристика, которую можно было дать Бурбону – подозрительный тип. Идти с ним вместе в заброшенный тоннель было глупо, говорил я себе. Но что мне оставалось? Другого пути с Рижской не было. Отлично, вырвались.
сейчас. Ну теперь гляди в оба, пацанчик. Это тебе не на дрезине кататься. В этом туннеле куча серьезных мужиков ходила. А если будешь друг друга ноги смотри, тебя любой шум выдаст. Опачки! А это у нас растяжечка. Ха-ха, железная маза избавится от слепых и от безбашек. Тут баррикад настроили, ну чистая революция. Дерьмо. Надо поближе подойти. Давай, Че там за... Шухер! Пацанчик, вот тебе план. Я тебя крою, а ты гляди за мной. Будем идти вместе, справимся. И не выделывайся там, мне еще жить охота. Противогаз живо! Ну, давайте! Вылезайте, чмошники грёбаные! Папа пришёл!
прошу, отменяй! Бля, Бизон! Братва, я пустой! Это боевая дрезина Ганзы. Ищем братву.
это за хрень со мной была? Артём, ты слышал это? Ну и песня. Слаще Владимирского централа. Но страшно. Проспект Мира. Ты, главное, рта не раскрывай, папочка все сделает. Люди, братва, откройте, прошу, не дайте помереть страшной смертью. Вы что, оглохли? Нас тут сожрут сейчас! Ублюдки! Кого вы за собой притащили? Упыри! Семён, заводи трезину. Спасем этих полутруп. Артём, держись! Нам сегодня карта прёт! Никогда прежде я не видел такого базара. На нем можно было купить вообще все, что угодно. Жаль, Бурбон задолжал денег солдатам Ганзы и не хотел задерживаться. Убрать оружие! Кто такие?
Выйди на свет! Медленно! Будь я проклят! Это ж Бурбон! Эй, ребята, а ну-ка обыщите их! Так, братан, что пытаешься протащить на сей раз? И что с тобой за пацан? Слышишь, начальник, а может, все так утрясем? Конечно, пойдем поболтаем. А вы присматривайте за этим. Не двигайся! Стоять! Я с тобой разговариваю! Все нормально. Эти двое могут проходить. Добро пожаловать на проспект Мира. Давай, давай, шевели булками. Или ты хочешь остаться с этими красавцами? Следи за языком. Там прямо посреди тоннеля состав стоит сожжен. Если меня сейчас кто-то слышит, ответьте. Это у вас самогонщику, наверное. Нормальный, все же вблизи со свиньями валяться. И в общем, от Сухаревской к ближайшей летальной станции туннель очень долгий, потому что Тургеневская станция проклятая. Смен патронов. Рекомендация лучших специалистов. Чтобы от Сухаревской до Китай-города добраться, надо обязательно большой караван сделать. Тогда много народ идет. Говорят, ничего особенного. Туннель как туннель. Сухой такой, тихий. Ни боковых туннелей тебе, ни шахт. Деться из него даже некуда. А через день бывает, как патроны из ушей. Мама! Ну, значит так. Я тут добазарился с одним перцем. Он, конечно, жматяра нереальный, но тут уж ничего не сделать. Зашибись. Все, выдвигаемся. Секретным биологическим оружием. И на восток. Проезжали через деревни горящие. Баб с собой каких-то... Возьми мой запасной фильтр от противогаза. Мы наверх идем. Короче, собрались в какую-то глухомань, где уже и бомбить-то нечего. Тут у них горючие заточки. Вон радиационный там, конечно, был. Бурбон? Но все же не такой, как рядом. Будто сам не знаешь. Ну, давай пульки и проходи. Я уже Михи забашлял. Но мне-то ты ничего не платишь. Ну, если ты, конечно, не хочешь, чтобы я тебя пропустил, платить не обязательно. Вот дерьмо. Да. Приятно с вами иметь дело. Да ладно. Шутка. Кто с кем, от кого, сколько... Все на изготовку. Ворота открываются. Вы уверены, товарищ командир? Все по местам. Прикройте меня. Черт. Дети у твоих родителей. Почти нормально. Боеприпасы у них хватает. Так они там всякого. Такие твари из лесу. Что он их описать не мог. Вроде все спокойно. Как описать чувства, когда после 20 лет в тоннелях видишь небо, когда видишь город, в котором когда-то родился и в котором теперь властвует чудовище? «Вот он, мертвый город», — сказал мне Бурбон. «Добро пожаловать домой». Этого райского городка. Сталкеры, эти черти дерзкие, на поверхность почти каждый день лезут. Но там волыны ищут, маслины, технику держат. И здесь микробы уже давно скопытили. Ногами их муров наблюдают. Они как камень твердый, заморожены, но чувствуют не давить в одежде. И жалобы чьи-то следуют, просто здесь еще один шаг. Они часто на поверхности кроме машины, и даже души. Так что ты давай, ради Вова, ищи. И наверху у тебя не будет проблем ни с патронами, ни с фильмом. Так, что тут у нас? Ага, не прикинь, не прикинь.
Мы возвращались в метро. Я чувствовал, что мне в нем уютнее, спокойнее, чем в городе, где я когда-то родился. Где же мой настоящий дом? Да хоть на Сухаревской. Тем более у Бурбона там были друзья. Слушай сюда. Станция под контролем братвы, но неправильная. Если мы не найдем моих корешей, лучшее, что мы можем, это быстрее отсюда свинтить. Я помню эту решеточку. Надо просто... Черт, я не пролезаю! Ладно, ты тут обожди. Первый пошел. Семен. Стоять! Кто такой? А ну-ка, посветите мне тут. Опачки! Кто к нам пожаловал? Да это же наш челнок Бурбон. Да ты базарить научился. Молодца. Давай, мне к пахану нужно, у меня к нему дело. К хозяину? Ну, конечно. Хозяин так хозяин. Куда ж тебе, как не к хозяину? Ладно, хорош. А то придется его тащить. Пошли! Закончим позже. Двигай, двигай. Ничего не забыл. Что-то шмоток его не видать. Ага. Да нет тут ни хрена, только крысы. Ладно, тогда снялись. Чё за... Опустить свое оружие, юноша.
Печальный, но ожидаемый. Что ж, мудрое решение. Появление Хана стало для меня полной неожиданностью. Хотя и чувствовал, что кто-то помогает мне из тени, когда я сражался с бандитами. Хан сказал мне, что я не виновен в гибели Бурбона. Но мне все равно было жаль моего первого напарника. Здесь никогда никого не бывает. Ни людей, ни чудовищ. Даже крыс нет. Слушайся, только не слушай слишком долго. Некоторые называют это пением тоннелей. Другие считают, что это инфразвук, который воздействует на подсознание. Я знаю этот тоннель, а он знает меня. Пойдем. Будь внимателен. Это очень опасный тоннель. Прошу тебя, друг мой, не выключай свет. Иначе нам придется остаться тут навеки. Замки должны обойти их. Не прикасайся к силуэту. Не думаю, что слово «кто» здесь применимо. Переживает свое прошлое раз за разом вот уже долгие годы. И те живые, что попадают сюда по ошибке, становятся частью прошлого. Давным-давно тут бушевала жестокая битва. И защитники все еще удерживают оборону. Ступай за мной, но не отходи ни на шаг. Кастанай лапио астериум манта. Кастанай лапио астериум манта. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастанай лапио астериум манта. Кастанай лапио астериум манта. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастанай. Thank you.
сорвал. Думаешь ли ты, что люди Пулиса смогут помочь тебе? Или тебе просто больше не во что верить? Тебе не нужно отвечать. Скоро мы прибудем на Тургеневскую, которую в народе называют проклятой. Она почти заброшена. Все, кто мог, бежали оттуда, спасаясь от безжалостных чудовищ. Хан привел меня на Тургеневскую, проклятую станцию. Ее жители были обречены, но боролись за выживание до последнего. Станцию снова атакуют. Пойдем, юноша. Защитникам может понадобиться помощь. Хан! Сюда! Thank you.
Большая битва за маленькую станцию выиграна. Дальше я не пойду. Я нужен здесь. Тоннели обрушились. Если ты все еще собираешься в полис, тебе придется идти в обход. Отсюда тебе дорога прямо до Кузнецкого моста. А потом придется идти через станции, принадлежащие или красным, или фашистам. Пойдем. Кузнецкий мост — независимая станция. На ней у тебя не возникнет сложностей. Другое дело коммунисты. Они там строят прекрасный новый мир, но старыми методами. Все прелести государства строгого режима на лицо. На Кузнецком мосту разыщи моего знакомого, Андрея, мастера. Скажи, что от меня. Он тебе поможет. Храм надежды. Даже в нынешние времена мы не можем избавиться от вещей, которые делают нас людьми. Вот и все. Забирайся. Помни, все зависит от тебя и только от тебя. До встречи, Артем. И удачи тебе. Кузнецкий мост был необычной станцией. Он весь состоял из мастерских. Тут собирали большую часть оружия, обращавшегося в метро. Я искал Андрея Мастера, но он нашел меня первым. Стой! Кто идет? Не двигаться! Эй, расслабься! Это человек! Выключи свет! Ну да, выглядишь ты по-человечески. Это главное. Давай, заваливай! Это свободная станция. Но ты поосторожнее тут. Станция у нас, конечно, свободная, но красная за нами приглядывает. Внимание! На станции проводится проверка документов. Всем пройти к месту своей прописки. Помогайте правоохранительным органам выполнять их работу. Лицом к стене! Обыск! Дох! Так, а ты кто? Напарник? Он рыжий клоун, а ты белый? Ты тоже арестован. Ладно, ладно, ладно. Только без рук. Я сам пойду. Стой, стреляй! Беги! Ах ты дрянь! Я их прикончу! За мной, парень! Хватайте, ублюдка! Вперед, быстрей! Сюда! Пригнись! Туда! Стой, тварь! Я не верю в Бога. Но в тот день за меня больше некому было вступиться. И меня спасли. Друг Хана, Андрей Мастер.
Только он смог помочь мне выбраться с этой станции. Проблема в том, что единственный путь проходит через линию фронта между красными и фашистами. Тебе потребуется маскировка. Возьми этот комбинезон, натянешь поверх одежды. Красные сейчас вербуют добровольцев, чтобы штурмовать фашистские укрепления. Как только наберут полный состав пушечного мяса, сразу отправят его на передовую. Можешь поехать на этом поезде зайцем. Не в первом классе, конечно. Но и платить кровью не придется. Как только поезд минует блокпосты, ты свободен. Аптечки, фильтры, ножи. Набор туриста. Как хочешь. Налетай, разбирай. Пульки, пульки, пульки. Меняй пульки. Отлично, идем. Все нормально, мужики. Он со мной. Давай, Артем, прыгай в яму. Артём, видишь там багажное отделение? Забирайся туда. Ну так что, мужики, двинули, а? Точно труп, потому что билет на Лубянку, он только в один конец. Все нормально, подбирайте. Все в норме. Теперь все зависит от тебя. Удачи. Подался. Я пошел по политическим убеждениям. А я за бабло.
Я верю. Оно победит зло. Ну, а ты как? Я? Ну, из-за плаката вступай в армию, ты увидишь весь мир. Ну, мой отец в Красной армии служил. А его отец еще в Советской армии был полковником. Традиция. Я вот думаю, а ведь у фашистов наших деды тоже в Советской армии служили. Предатели они. За это их и перевешать надо. После 100 грамм фронтовых, да? Слушай, у меня тут в патронташе черная таблетка. Антибиотик, что ли? Ну ты и мурзила. Это ж цианистый калий. Зачем? Ну, самоубийство грех. Я же в ад попаду. Если фашисты тебя в плен возьмут, ты и так уже считай в аду. Так что без разницы. Не, я никогда не смогу покончить с собой. Тогда давай свою пилюлю мне, чтоб наверняка. Лишь бы не гнить в их концлагерях. Человек остался человеком даже после конца света. Он все так же готов был грызть глотки своим собратьям из-за абстрактных идей. Даже война, на которую я ехал теперь, была эхом какой-то древней войны между красными и фашистами. Человек не меняется. Когда я пришел в себя, надежды у меня не осталось. Пленные в фашистских концлагерях использовались как рабы или мишени.
wir zögern. Lasst uns diesen roten Spion abknallen und fertig. Sollen wir nicht lieber den Sicherheitsdienst rufen? Es wird ewig dauern, bis sie hier sind. Und wer passt bis dahin auf das Schwein auf? Gutes Argument. Also gut, du roter Abschaum. Bitte zu deinem Max oder sonst wem. Wenn du um Gnade winselst, überlegen wir uns vielleicht, ob wir dich schnell töten. За что я люблю садистов? Они мучают жертву так долго, что успеваешь ее спасти. Ну что, парнишка, ты у меня теперь в долгу. Что-то ты не выглядишь как красный. Да это же жетон Хантера. Давай-ка я отведу тебя к Мирнику. Ему все сам расскажешь. Так, двинули к броневику. Паша, план такой. Подбросишь этого парня к нашей дрезине. Оттуда совсем рядом. Надо только пройти через дыру и через черно. А что же с нашим заданием? Ну, братцы, удачи вам. Мы постараемся проехать мимо блокпостов незаметно. Веди себя естественно. И может быть они не поймут, что произошла замена экипажа. Что вы тут делаете? У нас в расписании нет этого рейса. Ну, нас послали на передовой блокпост, генерал-офицер. Доставить боеприпасы. Они уже получили припасы. Кто вы такие? Приказываю поднять забрало шлема. Стоять! Тревога! По машинам! Борта!
Господи! Да это же так! Проскочили. После нашего боя с фашистскими дрезинами нам казалось, что впереди нас уже не ждет ничего страшного. Какая ошибка. Почти приехали. Ульман должен ждать нас на черной станции. Осторожно! Пригнись! К дьяволу! Понастроили всякой хрени. Гляди в оба, иначе башку снесет. Да уж, шутковатое местечко. В этих туннелях всегда будь начеку. Забудешься на миг, все, ты труп. Был тут случай. От парня только сапоги остались. Слушай, скоро мы подъедем к станции. Вообще-то она должна быть заброшена, но черт знает. Свет! Там кто-то есть! Закрывай ворота! Надо скорее отсюда убираться! Слава богу, у них дрезины не было, а то бы они достали нас в туннеле.
Господи, да это ж депо. Сколько я слышал о нем? Кладбище поездов. Вот как оно выглядит. После смерти Павла я опять остался один. И я должен был как-то добраться до черной станции. Меня там ждал Ульман. Нам не помешает. Проход на станцию запечатан, пока там не закончится эвакуация. Нам конец. Готовься к бою. Можешь забрать себе патроны, которые лежат в схроне. Теперь ты один из нас. Наш отряд зовется «Дети подземелья». Проклятие!
конец. Он умер, да? Умер! Как я теперь пойду домой? Ты отведешь меня? Я тебя не знаю. Но если я останусь тут, меня съедят. У тебя есть автомат? Ну ладно, тогда я с тобой пойду. Так и быть. А ты будешь из него стрелять по монстрам? Ну ладно, меня зовут Саша, а давай ты будешь стрелять, а я буду смотреть, чтоб сзади не напал. Но как же я оставлю тут дядю? Я к нему в гости пришел. Он меня хотел домой отвезти, но монстры напали. Они на него как напрыгнут, он стал стрелять, но большой упырь его в шею укусил. Вон тама! Thank you.
ружье есть. Оно в тайнике лежит. Я вырасту и достану. Но ты можешь взять пострелять. Ой, сзади подползает. Ой-ой, смотри, там дырка. Тут нельзя гранаты кидать. Мама сказала, что тут потолок фигово держится. И дети пропадают навсегда. Ух ты! А что это там такое наверху? Дядя мне показывал одну картинку. Небо. Нет, небо. Это небо, да? Это как раз страшно. Думаешь, мы сможем попасть на небо? Постой, я не хочу наверх к небу. Не урони меня. Отпусти меня. Кошелька там остался. Мама, брат пообещал. Мамочка, это моя мама. Пойдем, она меня ищет. Господи. Тебе спасибо. Спецпредложение. Проходите. Лучшие пушки от лучших мастеров. Я снова поднимался наверх, в холодные и липкие объятия мертвой Москвы. У выхода из метро меня ждала фашистская засада, но я должен был выполнить последнее задание умирающего командира и послать сигнал в полис. Теперь мне было ясно, что черную станцию уже заняли фашисты. Но раз Ульман ждал меня там, я должен был рискнуть.
Кто идет? Эй, рот красный! Выходи! Тогда не больно убьем! Как? Эй! Там вроде... Ах ты! Красные! Тревога! Что тут? Тревога! Красные! Где красные? В огне! Видел одного! Спрятал тебя, надо искать! Видишь его? Слышу? Нет! Ах! Братишка, ты это сделал! Залезай сюда. Скоро мы будем в полисе. Это не просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое, что-то страшное. Трудно описать, что я чувствовал в тот миг. Я падал с ног от усталости и в то же время не мог сдержать улыбки. Я справился. Я доставил послание Хантера в полис. И теперь судьба моей станции была в руках куда более сильных, чем мои собственные. Я выполнил свою миссию. Фашистен приехал захватить вашу станцию. Ульман, ты что ли? Повезло тебе, что Иван Петрович тут нет. Он бы твоего юмора не понял. А это кто с тобой? Парнишка с северных границ. Веду его с Черной. Ну ладно, проезжайте.
Пули. Меняем пули. Еще раз мне нужно сначала. Добро пожаловать в полис, капитан Краснов. Вы к нам издалека, да, молодой человек? Откуда именно? Он с ВДНХ. Что же он сам говорить не может? Слушай, капитан, парень впервые в полисе. Тебе лучше не знать, через что он прошел, чтобы донести послание Хантера Мельнику. Так что давай без этой твоей фигни. Ладно, ладно, переодевайся. Вот одежда. Вы можете оставить свою амуницию тут, ничего с ней не случится. Ты передохни пока, Артем, а я разыщу Мельника. Надеюсь, он не на задании. Да, Ульман, и не забудь поскрести себе спинку в химическом душе. Нужно деактивироваться. Да не забуду, не забуду. Забудешь с тобой, как же. А то смотри, двухголовые детишки родятся. Идиот. Обмен патронов. Лучший курс во всем метро. Тебе спасибо. Кстати, фашисты ее все-таки захватили. Явно подползают все ближе. Налетай, разбирай. Где он? Спецпредложение. Вольно. Лучшие пушки от лучших мастеров. Я Мельник. Рассказывай. Сюда. Все ясно. Спасибо, что сумел дойти. Это почти подвиг. Я созову срочное собрание. Тебя пригласят на него тоже. И ты им все расскажешь. Все члены совета, пожалуйста, соберитесь в зале заседаний. Повторяю, всем членам совета просьба собраться в зале заседаний. Проводи парня в зал заседаний. Что совет отказался помочь твоей станции. Мне просто стыдно за их трусость. Но полис еще не все метро. Есть и другие люди, которые встанут на защиту метро от черных. Слушай меня внимательно. Охотники обнаружили сохранившиеся ракетные базы в Московской области. Может, нам удастся привести одну из них в порядок и нанести удар по логову черных. Мои разведчики обнаружили нечто похожее недалеко от ВДНХ. Беда в том, что запустить ракеты можно только из командного центра, который находится где-то в Т-6. Но где, мы не знаем. Но мы хотя бы знаем, где искать информацию об этом. Прямо над полисом, на поверхности, находится гигантская библиотека. Это очень опасное место. Но в ней есть тайный военный архив. Нам нужно туда попасть. Ты поднимешься прямо отсюда. Я пойду вперед. Доберись до входа в библиотеку, я буду ждать тебя там. Да, и вот еще. Возвращаться мы будем не сюда, а сразу на базу Спарты. Мои люди встретят нас там. Решение совета стало для меня ударом. Но план Мельника подарил мне надежду. И вот вновь я отправлялся наверх, в город, искать секретный командный пункт.
Я снова был наедине с ужасом. И мне предстояло взглянуть ему прямо в глаза. В прямом смысле этого слова. Подземное хранилище было жутковатым местом. Я не знал ни где искать, ни даже как выглядело то, что я пытался найти. Но неведомый ангел-хранитель помог мне. Thank you.
Я нашел планы Д-6 и карту командного пункта. Но Мельник все не возвращался. Смогу ли я выбраться из библиотеки живым без его помощи? От этого зависела судьба моей станции. Туалет. Обрушу за 50 патронов. Артём, у тебя получилось. Я не сомневался. Нашел что-нибудь? Давай к нам. Ну и куда мы двинем теперь? В храм. Артём, помнишь Ханна? Это он нам помог тебя разыскать. Хотя я так и не понял, как он это сделал. Может, музон врубим? Танцуем, сегодня мы с тобой танцуем. Конечно, прокатимся с музыкой. Иди смотри. А я посмотрю, что за бумаги ты там нашел. Я сам радистом. Привет. Володя, очень приятно. Можешь выбрать что угодно. По вкусу. Не очень-то и полезные бумаги. Все намеки, намеки. Хотя вход в Д-6 тут обозначен. Значит, нам туда дорога. Ты готов? Ну, как тут у нас дела? Все готово, Ульман? Вот! Дров наколол! Володя? Все снаряжение готово. А вы, ребята, готовы? Тогда покорим. Темный тоннель. Грохот колес. Запах смерти. Так начался наш путь в Д-6. Мы приближались к цели с каждой секундой. Если верить карте, в Д-6 ведут несколько путей. И ближайший к нам через Киевскую. Попробуем пробраться этой дорогой. Киевская? Я про эту станцию нехорошие вещи слышал. За Киевской раньше была еще станция Парк Победы. Была война, и киевляне завалили туннель к парку. Ходят слухи, что люди с парка не погибли, но и людьми их не перестали. И еще там видели какую-то хрень. Что-то вроде тумана. Ерунда полная. Разумеется. Кто в такое поверит? Володя в этих туннелях всю свою семью потерял. И не помнит, как это случилось. Что случилось? Артём! Эй, с Артёмом что-то творится! Артём.
Очнись, Артём! Очнись! Артём! 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 Очнись, Артём! Очнись! Слава богу, он приходит в себя. Убери свет, ты его слепишь. Артём, все в порядке? Ты можешь встать на ноги? Что это было? Мы приближаемся. Вот и гермозатворы. Отлично. Тормози. Черт, у меня от этого места мурашки по коже. Боря, проверь ворота. Пульт управления разнесен в щепки. Все провода перерезаны. Володя, доставай инструмент. Будем открывать гермозатвор. Артём, стой здесь и прикрывай нас с тыла. Тут всякое может случиться. Я знаю, что не может у нас быть все так гладко. Поглядывайте за тылом, ребята. Так, Володя, найди схему первого блока. Сначала мы должны соединить провода, а потом, по моему сигналу, врубить выключатель. Понял? Здесь что-то есть. Что-то к нам приближается. Забей! Весь хаос тоннелей не мог проникнуть за этот могучий гермозатвор. Ворота казались незыблемыми, как те люди, которые шли со мной. Так, мы прорвались, но это полдела. Впереди самое серьезное. Ульман, ты командуешь штурмовой бригадой. Борис, Степан, вы прикрываете этого шума. Артём, Володя, мы за мной. Забирай. Мне кажется, что мой след в истории будет больше похож на мокрое пятно.
Будет зубной щеткой сортиры чистить. Да, товарищ генерал-ресурс. Так точно. Отлично. Ты точно заслужил медаль. Буду проверить. Нет, я не пойду. Там темно. Поаккуратней с выражениями, солдат. Это не выражение. Это сама субстанция. И я в нее вляпался. Ну, это на счастье. Нет, это дурная примета. Если тут есть помет, значит его кто-то метнул. Все спокойно. Что ж, лучшая оборона — это нападение. Владимир, Артём, не суйтесь в пекло! За мной! Товарищ полковник! Не могу сражаться в такой рабочей обстановке! Вот тут воняет так, что уже нюх отбило! Это от твоих шуток! Насосная станция.
и резервуар для сточных вод. Надо вскрывать дверь. Дайте мне пару минуток. Покажи класс. Еще секундочку. Готово. Открыто. Надеть противогазы. Ульман, проверь. Ну и что теперь? Там внизу есть проход. Нам туда. Другого выбора нет. Двинули потихо. Слышали? Чёртовы упыри! Разнюхали нас снова! Осторожнее! Огонь! Вот она. Эта дверь ведет в D6. Мы на месте? Похоже на... Сожри меня, упырь. Она закрыта. Что-то я не удивлен. А тут у нас что? Бронированная дверь. Ладно. Давай посмотрим, что... Так точно. Артём, осмотри комнату, живо! Ха!
Артём, с тобой все в порядке? Отлично. Мы попробуем до тебя добраться. А ты тоже поищи выход. Удачи! Сюда! Слава богу, живой все-таки. Степана убили. Степу. Дьявол! Тише, тише. Там какой-то звук в тоннеле. Слышите? Что-то на нас идет оттуда. Что за... Похоже на автоматизированную систему. Я пойду гляну, что это. Дрянное у меня чувство по поводу всего этого. Все чисто. Другого пути тут нет, так что вперед. Следующая остановка – командный центр. Неужели мы нашли вход в легендарный бункер? Я никак не мог в это поверить. Но сколько человек отдали свои жизни, чтобы мы получили доступ к последним ракетам? Стоило ли это их жизней? Так,
Третья кнопка! Ну, Бога! Давай, слушай мою команду! Все на полу! Пытаемся запустить систему! Ничего не выходит! Давай же, еще раз! Ай, безнадега! Проклятие! О, прямо как в старом добром кино! Эй, полковник, что случилось? Все в норме. Артем, уходим. Хватит играть с аппаратурой. Давай! Слава богу, нам не надо спускаться до самого низа. Чую, там что-то неладно. Ульман, налево. Профессор, направо. Артём, прикрываешь меня? Если все карты составлены верно, нам туда. Но как нам ворота открыть? Есть идеи? Артём! Отлично, парень. Теперь тихо. Пошли. Ульман, держи дверь. Владимир, это твоя тема. Что тебе нужно? Дайте забрать. Инструкция А-124, третья страница. Панель ДС-22. Тогда, вот же! Железная память. Я всегда говорил, что от армии должна быть какая-то польза. Нет, не зря я учился всей этой хинеи, парни. Заработало! Ай да оборудование! Так, а теперь займемся ракетами. Отлично. Первый уничтожен. Второй небоеспособен. Третий. Четвертый. Пятый. Восьмой. Десятый. Да быть этого не может. Вот, вот он. Один есть. Сейчас я выцарапаю из него всю информацию. Какого дьявола? Что произошло? Твою мать! Резервная батарея села. А что с основным питанием? Ну, кажется, реактор выключен. И отсюда нам его не запустить. Придется спуститься на самое дно и стартануть его вручную. Судя по схемам, ничего сложного. Там все на автомате. Пойдет как по маслу. Издеваешься, что ли? Как ты собрался вниз-то спускаться? Ну, там лифт вроде есть, этажом ниже. Проблема в том, что нам придется тут все отключить. Даже аварийное освещение. Чтобы ему напряжения хватило. Если другого выбора нет, давай так. Спасибо, Володя. Будь здесь. Следи за приборами. Мы быстро. Артём, Ульман, за мной. Проклятье. Знал ведь, что так легко ничего не пройдет. Ульман,
Вернись к Володьке, прикрой его. Если что случится, я отправлю Артема. Ну, удачи всем. Упырье вымя. Да оно теперь повсюду растеклось. Что за мерзость? Вперед, но аккуратно. И прикрываем друг друга. А вот и питомцы сухумского обезьянника. Идите ко мне, друзья. Давай сюда! Ага, вот он. Надеюсь, он еще работает. Верить после того, как этот шут так загадил поляну. Товарищ полковник, вам сейчас надо в реакторный зал попасть. Главный реактор стоит прямо по центру, рядом с пультовой. Спуститесь на лифте до первого этажа, а там по лестнице наверх. Найдите главный пульт, дальше я все объясню. Господи Иисусе, какого... А теперь-то что? Володя, видел бы ты это. Артём, теперь держись. Эта мерзость на полу наверняка ядовитая. А тут еще и газ. Нас так надолго не хватит. Ну как ты? Справишься с этим? Можешь поверить, я за свою жизнь каждого дерьма навидался. Но это... Проклятье!
Артём, давай ко мне. Где ж у него кнопка? Кто бы сомневался, товарищ полковник, там все автоматизировано. Просто вводите команды. Легко сказать. Ну что за бардак? Так, ладно. Запуск реактора. 1, 2, 3, 4. Вроде ничего сложного. Построено для дураков. Вот сейчас и проверим. Товарищ полковник! Мощность на четверть, а надо на полную. Чертям свинячим. Лучше у нас уже все равно не получится. Давай. Что за дьявольщина? Эта дрянь еще и сопротивляется. Да что за ересь? Система ручной активации, гидравлика. А, черт. Артем, теперь задание на миллион. Видишь там кран под потолком? Забирайся в кабину. Это резервная система активации. Там есть захваты и манипуляторы. С ней мы сможем поднять стены. Ты дуй туда, я отвлеку эту тварь. Ну, сейчас или никогда. Достигнута контактная зона. Достигнута контактная зона. Внимание, извлечение стержня. Достигнута контактная зона. Внимание! Извлечение стержня. Достигнута контактная зона. Внимание! Извлечение стержня. Слава советам, раньше всего строили с запасом. Тут есть еще один. Пошли сюда. Вернемся позже и закончим это дело. Сначала давай разберемся с твоим черным. Невозможно представить себе, какую власть дает своему хозяину это место. Какую силищу.
Мы сможем огнем и мечом отвоевать свое место под солнцем. Снова стать повелителями Земли. Мы перестанем жить и дохнуть в подземельях, как крысы. Будем строить дома до небес, а в метро спускаться только, чтобы домчаться от одного конца города до другого. Слово «человек» будет снова звучать гордо. Скажите, товарищ полков, а кто сильнее, вы или Супермен? Криво со своими шутчиками. Видел бы ты создание, которое живет там внизу. Ладно, план действий таков. Мы с Артемом выдвигаемся в Останкино. Попытаемся забраться на башню. Дадим вам координаты и будем корректировать огонь. Ты останешься здесь, прикроешь Володю. И попробуй достучаться до наших, чтобы прислали подкрепление к башне. Ну, храни вас, ну, в кого вы там верите. Полагаюсь я только на себя и на вас. Всем остальным плевать и на нас, и на то, что мы тут человечество опять спасаем. Сойдя с поезда, мы с Мельником выбрались на поверхность у концертного зала имени Королёва. Теперь мы были совсем рядом с Останкинской телебашней. Именно тут и завязалась та битва, с которой я начал свой рассказ. Как добрались, товарищ полковник? Что это за шум? Слышите? Какого черта? Круг! Быстро! Спокойно! Все в порядке. Демоны их рассеяли. Надо прорваться к башне. Это наш шанс. За мной, Артем. Не останавливайся ни на секунду. Слева. Они слева. Теперь справа. Вперед! Вперед!
попал. Будь готов к наказанию врагам. Мы как бы невидимые. Для вкусного не очень. Надо найти путь наверх. Сюда. Да. Легче сказать, чем сделать. Путь наверх. Есть мыслишка. Давай-ка забирайся на крышу лифта. Попробуем отцепить противовес лифта. Давай, давай, упырья жало, давай! Вуаля! Мне говорили, пойдешь в армию, будет весело. Держись покрепче, будет трясти. Артём, сигнал отличный. Продержись еще минуту, и мы их накроем. Мы остановим тебя. Нельзя.
Нельзя позволить ему. Мы уничтожим его. Надо истреблять. Захват цели завершен. Артем, вылетело! Принимайте посылочку!
Какой-то мудрец сказал: «Тот, кто воюет из любви к своим близким, повергнет врагов своих». Я вступил в эту войну ради моих родных и ради моих друзей. Я защищал свой единственный дом — метро. И мы победили.